Всем привет! Беру уже четвертый кофе от торговой марки Паулик. Президент Руби шоколад и что-то еще. 100% арабика. Переворачиваем. Это финское качество написано. И опыт производства премиального кофе с 1876 года. Это не просто кофе. Это Паулик президента Руби. Это бленд из 100% видно, не видно вам арабики. Передает вкус отборных зерен кофе из Восточной Африки. Средняя степень обжарки бленда отлично подчеркивает во вкусе насыщенные сладкие ноты шоколада, дополняемые легким фруктово-ягодным послевкусием. Производство есть в Финляндии, а также в Тверской области. Но это наш российский. Сейчас вскроем, найду свои ножницы, к сожалению, под рукой их не вижу, но ничего страшного. Возьму ножик, куда я ножницы дел. Одному Богу известно. Это, конечно, не очень хорошо. Все должно быть на своих местах. Я имею в виду про ножницы. Вскрываю упаковку ножиком. Обглодал ее. Запах. Ободрал, точнее, прошу прощения. Смартфон подниму повыше. Запах отменный. Кофейные зерна целые. Не маслянистые. В принципе, меня это устраивает. Сейчас поближе поднесу. Там вам и так все видно. В общем, надо сварить и попробовать. Да, кстати, покупал его в красном и белом. По крайней мере, в этих магазинах в нашем регионе продается только одна разновидность от торговой марки Паулик. Это именно президенты Руби. 199 рублей. В общем, если у вас есть красное и белое, зайдите, посмотрите. Кофе можно взять по нормальной цене, в принципе. Так захотелось шоколада, что не удержался, взял батончик Баунти. Бывает такое. Шел мимо, кофе хотел купить, увидел шоколад, думаю, надо взять. Захотелось мне этой химии райской, райское наслаждение поесть. Да не откроешь еще просто так. Где мои ножницы? Кто-то утащил, наверное. Отлично. Странное, пробую кофе, перед этим съев шоколад одновременно. А вкус приятный у кофе. Ощущается некая приемлемая кофейная терпкость, так что посоветовать можно. Продолжаю пробовать линейку от торговой марки Паулик. Нормально.